предлагаю запретить роторные двигатели. Хотя бы Сазонову. Хотя бы ему. Всех достал, в смысле. Нормальный холостой у него, 2500. Тачка люто перегревается, все перегревается. Мощности нет. 70. Проебал. Накачали 5 бар. Потому что не было. Лысую резину. Вот, просто лысую. И нам очень сильно нужны катушки ЛС. Свечи Mazda RX-8 в Белгороде. Скорее всего, проблема где-то здесь. Так что, если кто знает на рексоводах или еще кого-то, пожалуйста, помогите. На завтра очень нужно. Короче, смотрите, как кипит вода. Как в бане, я вам отвечаю. Также кипит и топливо.